Итак, мы находимся в ресторане теннисистов, и с нами Натали, которая сейчас расскажет, что здесь происходит. Натали, хай. Hello. Where? Натали, здравствуйте. Где мы? Мы в ресторане игроков возле центрального корта. Здесь все игроки, их семья, их тренеры едят каждый день. What do they... Что они едят? Это зависит от того, кто вы. Игрок, тренер или семья. Если вы игрок, то вы будете есть много пасты, много курицы и овощей. Если вы не игрок, то мы постараемся вас накормить более французской едой. Beer? No. Пивком? Вином? У нас есть пиво, вино и даже шампанское, чтобы отпраздновать победу. Но в основном они тут для антуража. Ну, получается, мы тут не встретим какого-нибудь пьяного Джоковича или еще кого-нибудь. Where is seat of... А где сидит Новак Джокович? Вы знаете, большинство игроков любят есть в своих раздевалках, поэтому мы приносим им пищу в трейлер или в раздевалку, потому что они хотят уединиться перед большими играми. Ну, Рафаэль Надаль... А вот Рафаэль Надаль ест тут повыше, в небольшом местечке, которое мы называем паста-бар. Он фанат пасты? Да, большой фанат. Пастамен! И там даже можно самому себе приготовить пасту, и он любит ходить туда, потому что там гораздо тише. Do you have here... А у вас есть тут русская еда? Борщ, пельмени? Нет, у нас ни борща, ни сметаны. Чтобы это поесть, вам нужно отправиться в Россию на какой-нибудь местный турнир. And no vodka. И даже водки тут нет? Нет, водки нет. Я пошел. Мне тут не место.